Алло. Алло, вы набирали? Да, Ренат. Кто спрашивает? Павел Губарев. Алло. Алло, да, да. Это, это Паша Губарев. Да, да, в общем, что там? Да звоню, хотел узнать, как у вас. Вы не туда звоните. А куда позвонил? Давайте, гуляйте. Ну, я ж не знаю, куда позвонить. Давай, гуляй. Алло. Алло, Ренат. Слушай, ну я знаю, что это ты. Слушай. Да. Ты сюда вообще не звонишь. Это Паша. Ты ну, понял или не ну, понял? Ну, брось. Я тебе сказал, сюда вообще не звони. Ты понял или не понял? Ну, подожди. Это Игорь Валерьевич тебе говорил что-нибудь? Слушай. Ну, Ренат... Пошел ты нахуй, гандон ебаный! Ты понял или не Ренат, понял? Ренат, ну что ты говоришь? Пидорюга ебаный! Иди хуй соси, пидор ебаный! Ренат, ну перестань, ты я что... Я тебе скажу, блядь! Ты будешь мне сейчас звонить, блядь, сюда твои, блядь, провокационные вещи творить, блядь! Какие провокационные? Раз, ебаная! Хуй соси, пидорас ебаный! Ты что говоришь, Ренат? Слушай, ты, гандон, ты ж не наглей, блядь, пидорюга ебаный! Ты понял или не понял? Ты сюда не звони, хуесос, ебаный! Тебе не стыдно? Вот, Ренат... Ты хуесос, ты не звони сюда, пидорас, ёбаный, я тебе сказал. Ренат, подожди.